Тулячка представила нашу страну на первом международном бизнес-форуме туризма в Конго. Народным послом России стала Наталья Полуэктова. Также в рабочей встрече участвовали представители Южной Африки, Эстонии, Италии и других стран. Они обсуждали международные туристические отношения. Один из главных вопросов – как привлечь внимание жителей планеты к мировому туризму. Главной проблемой в этой сфере участники форума признали недостаточное количество, а также искажение информации о турнаправлениях. Задачей Тулячки Натальи Полуэктовой было представить Россию как привлекательное место отдыха жителей всех государств. На одном из международных конкурсов красоты, где я заняла 3-е место, организация мирового форума туризма заметила меня и предложила мне представить нашу страну на своем мероприятии. Я говорила о том, что, например, у нас возможен отдых на Черном море. Для любителей рыбалки мы можем предложить удивительные экскурсионные туры в Карелию. Так, в 2016 году дирекция организации международного форума планирует посетить с деловым визитом нашу страну.